Крупное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано на улице Иляева. Здесь водитель автомашины BMW не справился с управлением и протаранил два автомобиля, стоявшие на обочине дороги. В результате столкновения пострадали люди. Им помощь оказали прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи. Всем автомашинам также нанесен серьезный материальный ущерб. Его по решению суда возместит страховая компания водителя BMW. Еще одно ДТП произошло на углу улицы Адырбекова и проспекта Астана. Здесь водитель автомашины Volkswagen, заснув за рулем, столкнулся с ВАЗ-2114. Владельцы обеих автомашин получили травмы, им помощь оказали прибывшие на место происшествия врачи. Не договорившись между собой, водители на место ДТП вызвали выездную группу полицейских. Kaçtınki oturuyordunuz? Harcanda lan nerede paparotta çıkıyorsun? Oy vasifede burada ardından bir ödüm gidiyor. Senin gibi var gözüm gözüm geldim de cürüp getirmem. Ya kim jarakat aldı indi? Bu iş bari bu işte yok kuyu aldı mı? Bana işte dedim. Ben dedim niye bir şey çala ortalı. Skoruyu kurdun mu ispe bravo? Bir ispe. Kurdum mu? Armancı mı? Gelip çekti lan. Прибывшие на место происшествия полицейские начертили схему ДТП и теперь готовят материалы для передачи в суд. Вечером на пульт 102 от жителей города поступило сообщение о том, что в парке «Мир фантазии» на скамейке в одиночестве сидит малолетняя девочка. На место вызова прибыли ювенальные полицейские и, установив ее данные, доставили ребенка в Альфа-Арабийский отдел полиции. Вскоре они нашли и мать девочки. Я посадила свою дочь на скамейку возле технопарка и пошла, чтобы закончить одно дело. Я бы ее взяла с собой, но у дочери порвались туфли, она устала, поэтому я хотела быстро сходить и вернуться. Но ребята из кафе увидели, что дочь сидит одна, и, подумав, что она заблудилась, позвонили в полицию. Взяв объяснительную женщину, полицейские передали ей ребенка. Сотрудники полиции просят в случае обнаружения на улицах города малолетних детей без сопровождения взрослых обращаться на пульт дежурных департамента внутренних дел по телефону 102.